Говорят, сама природа помогает Кличеву раньше начать подготовку к областным дожинкам, которые райцентр примет будущей осенью. По планам, уже в апреле строители заполонят город, чтобы придать ему новый современный облик. Нужно и гостей достойно встретить, и сделать более комфортной жизнь местных жителей. В районе побывала наша съемочная группа, чтобы узнать, как началась подготовка к дожинкам. Кличеве идет весенняя уборка. Наведение порядка – важная часть, но это только старт больших преобразований. Красоты в городе мало, побольше бы ее. Ну то, что город преобразится, конечно, нравится. Красота начнется с центральной площади. Именно здесь будет проходить торжественная часть дожинок. Из очевидного – памятникам Ленину и героическим событиям Второй мировой нашли новое место в сквере неподалеку. Старые каштаны тоже не вписываются в новую концепцию озеленения. Но местное начальство уверено, будет красивее. Город, я думаю, особенно его центральная часть заиграет по-новому. К основным работам приступят с апреля. Проектно-сметные документации основных объектов к дожинкам на экспертизе. В ближайшие недели начнутся и субботники. Есть понимание жителей, проводятся встречи с жителями района, где обсуждаются необходимости сноса каких-то построек, необходимость наведения порядка. Позитивный момент, и люди понимают необходимость этого мероприятия. Старые здания на площади отремонтируют. Пока они выглядят как памятники советской эпохи. Портик, фронтон, колонны и лепнина. После ремонта здесь разместится школа искусств. Тут дети будут заниматься. Для детей все. Для ваших детей? Да. В Кличевском районе, как и в любом другом, есть свои плюсы. Главное – это природа и ее богатство. Размеренная жизнь – свой уклад. Не говоря уже о славном партизанском прошлом. Но все это хорошо бы дополнить благами современной цивилизации. Нам важно, чтобы у нас появилась новая школа искусств, появился современный дом культуры. Дороги, в конце концов, приобрели нормальный человеческий вид. Тротуары были удобны для наших пешеходов. Чтобы в некоторых домах наших многоэтажных наконец-то появилась канализация, водопровод в квартирах. Насколько это важно. Поэтому мы ждем от дожинок, что для наших граждан они принесут уют, комфорт и красоту. Стройка на улице Советской. 32-квартирный дом пока на нулевом цикле. Но к сентябрю строители обещают дом построить. Это тоже часть подготовки к дожинкам. Чтобы гости были довольны, чтобы Кличев стал, так сказать, более культурным, более облагороженным, более благоустроенным. Готовы для этого работать? Готов, да. Первым включилось в подготовку местное потребительское общество. Звуки стройки в центре Кличева – это как раз в здании торгового центра и ресторана. Здесь уже более на 90% готов зал магазина «Мебель». Обновленный мебельный магазин откроют через месяц. На втором этаже будет зал для торжеств на сотню человек. Он должен заработать в июне. Когда развернется основная подготовка к мероприятию, когда будет много строителей, много гостей, у нас была бы возможность принять всех, накормить, обслужить как торговли, так и объектах общественного питания. В новые фасады и интерьер объектов торговли и общественного питания Кличевская райпо вкладывает в том числе и собственные средства. Подготовка к дожинкам райпотребсоюзу обойдется в 600 тысяч рублей, освоена уже четверть. Объекты дожинок находятся не только в райцентре. Совхоз «Доброволец» достраивает в деревне Черевач молочно-товарную ферму на 600 голов. Ее открытие планируется осенью на празднике тружеников села. Объектов хватает и работы много, но все оправдывает хорошая цель. Ну, в первую очередь, чтобы был город красивый. Сами ради этого готовы работать? Ну, конечно. Все готовы, все будем работать.